внимание ветеранам – это вопрос супер. То есть вот даже сейчас мы вот все встретились, увиделись. Это великолепно. Так что как бы хотелось поблагодарить руководство. На нас, так называемых ветеранов, обратили внимание. И вот создали сейчас союз ветеранов. И в перспективе, возможно, будет команда ветеранов «Факела». Дело не в подарке. Самое главное дело во внимании, что на нас стали обращать внимание. Очень приятно, что такое внимание оказывается ветеранам. Благодарность большая руководству клуба. Тронуты вниманием. И я думаю, что это будет дальше продвигаться так. И всем очень приятно. Просто вы понимаете, что эти люди всю жизнь отдали клубу. И сейчас, когда, грубо говоря, на старости лет, вот такие моменты очень приятно. Есть у ветеранов вообще-то и соревнования какие-то такие, и всероссийские, и региональные. Ну, мы хотели бы участвовать, потому что многие из нас, в принципе, еще и двигаются. Мы всегда готовы поехать и защищать цвета. Насколько сможем, мы все сделаем, чтобы быть вместе и играть.